пол первого ночи, а я записываю видео. Друзья, привет! Я, наверное, последний блогер, который не снял подобное видео, но все же его нужно сделать. Видео о том, что мы пойдем все, по крайней мере, все блогеры пойдут работать на заводы. У нас монетизацию отключили и еще и грозят тем, что у нас, значит, YouTube закроют. Причем информации поступает все больше и больше с каждым днем. И я так думаю, дыма без огня не бывает, шутки шутками, а некоторые соцсети уже заблокировали. В общем, такая тема. Если не заблокируют, то это хорошая возможность нам перейти на другие соцсети и пообщаться. Мне вот в Телеграме очень нравится, как со мной общаются подписчики, точнее я, с подписчиками общаюсь, и они со мной очень быстро. Я только пишу пост, там уже 100 комментариев через 10 минут, и практически онлайн мы общаемся. Если же заблокируют, то ну, я вас просто предупреждал. Поэтому вот так вот. Заблокируют, не заблокируют, я не знаю. Но все больше и больше информации. Все смеются над тем, что типа Инстаграм и ТикТок же не заблокировали. Для вас не заблокировали, а для блогеров заблокировали. Инстаграм сейчас признан экстремистской организацией, то есть ссылки на Инстаграм размещать нельзя сейчас, за это могут и привлечь. И в ТикТоке также точно происходит. То есть сейчас с территории России нельзя загружать видео в ТикТок. Зайти туда можно посмотреть, а такое... Загрузить туда ничего нельзя. В общем, друзья, переходите в соцсети. Я не хотел, честно сказать, записывать это видео, как-то так не лежала душа, но это сделать нужно. Предупрежден, значит вооружен. Найдите меня в Дзене, в Телеграм, в ВК, сейчас Росграм будет, наверное. В общем, там будем общаться. Я в любом случае буду продолжать свою деятельность. Я в любом случае буду снимать видео, у меня готовятся технички. В любом случае я закончу свою турболюльку, в которую я вложил уже больше 200 тысяч. Сейчас мы ее уже будем наконец-таки заканчивать. Завтра я пойду снимать новое видео. Ну и в целом у нас планируется уже открытие интернет-магазина, в котором мы будем делать антикризисные цены. Мы будем продавать по антикризисной цене. И такой бонус для всех подписчиков Telegram. Первые об этом узнают в Телеграме и могут по ссылке заказать для себя товары. Если же вы хотите развивать свою точку продаж, то я буду делать точки продаж в различных городах. Вот, кстати, можете обращаться ко мне, и мы будем пункты выдачи в различных городах делать. То есть это все развитие моего интернет-магазина. По поводу того, пойду ли я работать на завод, я хочу сказать, что я работал на заводе. Немногие знают такой факт о моей биографии. Проработал я там полгода. Это табачная фабрика. Мы делали сигареты Максим, Давыдов. Сейчас эта фабрика приостановила работу. И в данный момент она не функционирует на все 100%. В общем, вот такая. Даже сейчас на завод не пойдешь работать. Это видео я хотел сделать более интерактивным и с вами пообщаться в комментариях. И вы расскажите мне, после какого видео вы перешли на канал. То есть кто-то перешел ко мне после видео про масла, кто-то перешел ко мне после лайфхаков, кто-то после техничек, кто-то после товаров с Алиэкспресс. В общем, огромное количество разрозненной информации было у нас на канале, но в то же время все это было об автодеталях, об автомобилях. И вы, в общем, пишите, если вам может быть интересно, то, может быть, в будущем можно было сделать вообще отдельные каналы по разной тематике, для того, чтобы не разбивать людей. Для того, чтобы каждый человек шел смотреть каждый канал по интересам. И напишите в комментариях, какой ролик больше всего вам запомнился. Мне будет приятно почитать и пообщаться с вами. В общем, ссылочки все на соцсети я оставляю внизу. Переходите, подписывайтесь. А мы с вами увидимся в любом случае где-нибудь на просторах интернета. Я не заканчиваю свою деятельность. Всем спасибо, что смотрите. Долгие 6 лет вы смотрите меня, ставите лайки. Мне очень приятно. Я читаю все комментарии. И плохие, и хорошие. Вы моя самая главная аудитория. Вы те, кто меня смотрите. Мне очень приятно. Друзья, мы с вами вместе на одной волне. Так что остаемся здесь и переходим во все соцсети. Спасибо вам, друзья. Будьте добры на дорогах. Всем пока-пока.